Конкурс особенной красоты и необыкновенного таланта «Мисс Свобода» прошел в Чебоксарах в четвертый раз. На сцену вышли 13 участниц, которые прошли отборочный тур. Они красиво танцуют, отлично поют, рассказывают стихи. У девушек шикарные прически, нарядные платья и профессиональный макияж. На сцене участницы конкурса красоты. Подбирала наряды, вспоминала свое стихотворение, ну и, конечно же, набиралась сил и позитивного настроя. Конкурс не совсем обычный. В нем участвуют девушки с ограниченными возможностями здоровья. Впрочем, диагнозы ничуть не умаляют их красоты. Просто участницам нужно чуть больше сил и мужества, чтобы показать зрителям все свои таланты. Девушки раскрывают себя, становятся увереннее в себе и... Здорово. Мы разбиваем границы психологические. Хочется сказать огромное спасибо нашим партнерам, которые нас поддержали. И особенно спасибо нашим друзьям, моим друзьям, которые просто меня окрыляют, которые всю работу сделали за нас. Большое спасибо и дай бог, чтобы все доброе, что они делают, вернулись им с Троицей. Межрегиональный конкурс красоты вот уже четвертый год организует Чувашская общественная организация социальной поддержки и защиты граждан «Свобода». Среди помощников – Общественная палата республики. Девушкам конкурс помогает развиваться и двигаться дальше. Екатерина Ворошилова, например, в этот раз оценивала таланты участниц вместе с остальными членами жюри. Между тем, она обладательница титула «Мисс Свобода 2016». Этот конкурс дал мне уверенность в себе, уверенность в своих друзьях. И, конечно же, он дал мне свободу души, полет души. И я теперь хочу пожелать всем участникам поверить в себя, быть самими собой и просто получать удовольствие от жизни. Всем конкурсанткам желаем удачи! В этом году уверенность в себе и поддержка близких помогли победить Оксане Михайловой из Чебоксар. Она стала «Мисс Свобода 2018». Татьяна Трофимова, Ирина Волкова, Бахтияр Велиев, Республика.